Друзья, всем большущий привет! Сегодня буду делать очень полезную самоделку, не только для гаража, но и для дома. Если вы сделаете себе такую же, жена вас обязательно благодарит. Всем приятного просмотра! Thank you.
Ну что ж, вот такая точилка для ножей у меня получилась. Себестоимость у нее около 200 рублей. Все комплектующие без проблем продаются в любом строительном магазине. Из Китая я заказал набор камней. Использовать наждачную бумагу не сильно удобно. Если вдруг вы захотите использовать наждачку, используйте только на тканевой основе, чтобы можно было смачивать во время заточки. Но лучше купите камни. Ссылку, где заказал я оставлю в описании под этим видео. После изготовления точилки я заточил 3 кухонных ножа под разными углами и отдал ножи под суд жене. Какой больше всех понравится, под таким углом я и буду точить в будущем. Углы для заточки выставлял с помощью приложения на смартфон. В моем случае углы были 20, 25 и 30 градусов. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете об данной самоделке. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Всем здоровья и удачи!